На Евровидении 2018 Украину представит певец Меловин. В финале нацотбора боролись 6 участников. Меловин получил 5 баллов от судей и 6 от зрителей. Всего на балл больше, чем у певицы Таяны. В аудиторской компании сообщили, что во время финала поступило 179 тысяч голосов. Конкурс в этом году пройдет с 8 по 12 мая в столице Португалии, Лиссабоне. По результатам жеребьевки Украина попала во второй полуфинал этого соревнования.